Обзоры лотов. Итак, эти лоты будут выставлены сегодня, 18.03, и пройдут до 08.04, то есть 8 апреля. Эти лоты еще не активны. Мне многие люди просили делать такие обзорчики на свои лоты, чтобы просто удаленно посмотреть быстренько и уже знать, что где, там удобно очень с мобильных всяких потом сервисов пользоваться, потому что с мобильника тяжело кучу моих лотов смотреть. А так видос, говорят, посмотрим, Лех, и типа будем знать, что есть и так далее. В общем, экспериментальный такой обзорчик. Я, по-моему, уже нахожусь на своем аккаунте, еще не активные будущие лоты, вот 228. Сегодня будут выставлены. Так, тут есть немножко вкладыши для турбоманов, оберточки турбо, блок турбо программ современный, но этот турбач первая, одна из первых серий, то есть 2014 года, там вкладыши тех номеров. Для любителей, опять же, тематики собирательства турбо есть по оберточке, по датам. Так что тут с датами, кому надо, что есть. Опять же, целый блок Turbo Fast, это подделка китайская. Нульцевый такой блестящий блок, очень хорошо запакованный. Turbo 2015 тоже подделка Turbo, но это самое качественно достаточно сделано. И еще с логотипом, так бесстыдно сворованным, скажем так. Тем не менее, таких блоков уже не найти. Кому надо, спешите, покупайте, потому что это уже коллекционный вариант, хотя и съедобная жвачка. Ширина Люкс, современная сирийская жевательная резинка, прямо из Хомса привезена, из-под боев практически, там, где сеют демократию и еще что-то. В общем-то, это вкуснейшая жевательная резинка, качество сирийского, как в 90-е годы, очень ароматная, душистая, съедобная, ну или в коллекцию блок, опять же. Барли тоже из тамошних мест жевательная резинка, вкус абсолютно финала и турбо начала 90-х. Кто хочет вспомнить тот вкус, вот это жевательная резинка. Ее нужно жевать. Вот это Барли 2013 года, но еще съедобный. А вот этот Барли современный, его тоже можно жевать. Кола, как 90-е годы, даже логос, ну, очень похожая. Вкладыши тематики турбо подделки 2013, которые стали достаточно интересными в коллекционировании именно турбо тематики. Они не дешевые, иногда доходят цены до некоторых номеров до 900 рублей, у меня такое было. Все мои, кстати, ставки с 1 рубля, так что ставим сколько считаем нужным, то есть без обмана, без всего. То есть цену вы создаете сами, ребята. И уже давно я все с рубля ставлю. Все знают. Очень много людей у меня покупали со старого аккаунта еще. Также вот здесь вот такой открытый блок рестлинга. Это настоящий рестлинг 94 года. Действительно, жвачек 140. Плюс оригинальные альбомы. В общем, такая красивая штука, яркая. Подойдет в коллекцию. Жевать не стоит, сразу скажу. Она уже твердая. Жевательная резинка. То же самое оригинальный блок Minty Kent. Сразу скажу, что здесь маленькие жвачки внутри подвигались, рассыпались, но при этом целостность не нарушена. И можно пальцем там, ну, короче, как головоломкой поиграться и собрать их назад. Я делал это неоднократно. Кому интересно, того не печалит внешний вид этого блока. Так как целостность не нарушена, то есть все отлично. Блок того времени, 93-й год, если не ошибаюсь. Вот этот блок настоящей сирийской жевательной резинки чемпионата мира в Италии футбола. Сирийский блок, непочатый, настоящий, целый, почти в идеальном состоянии. Посмотрите, какой вообще красавец, не мятый, ничего. В общем, достоин коллекции, опять же. Что еще есть? Блок бом-бом-бом. Вот этот блок немного поюзанный, временем побитый, угол у него смят, как вы видите. Один торец отклеился, но не до конца, так что вытащить коробку можно было. То есть он внутри целый, все жвачки на месте, ну вот такой вот, немножко покоцанный, скажем так. Кто-то может поставить его в коллекцию, кто-то открыть и просто, не знаю, в руках подержать предмет из детства, например.
Также значки будут представлены кооперативные тех времен, это период видеосалонов, когда хлынула в страну западные актеры кино, мультфильмы, исполнители. Также в то время, в конце 80-х, многие люди пробовали себя в коммерческом деле, изучали этот вопрос, создавали кооперативы, делали в частности значки, плакаты. Вот значки, например, одни из них со звездами кино, боевиков прошлых лет, Брюс Ли, Ниндзя и прочие. Также музыкальных групп, такие как сегодня выставлены, например, и отечественные, и западные исполнители различные. Пустых блоков очень много, очень много. Сразу здоровой коробкой все продается. Здесь есть как редкие блоки, так и современные, разных экзотических жвачек. В общем, много блоков, все с рубля отправится одной коробкой. Смотрите, доставка тоже большая, потому что коробка тяжелая. Опять же, значки, даже Леонтьев, это тоже коперный значок. Те, кто в Турбоманы, вот это не пройдут мимо. Это карты, две последние мои колоды из 10 сделанных и одного прототипа. 11 колод всего было, один прототип. 10 колод и один прототип. В общем, вот эти две последние колоды, даже листы не разрезаны. Еще я так решил оставить, чтобы, мало ли, кому-то интересно будет. Вот. Что еще? Что еще? Да, с 1 рубля. Именно прототипная, самая первая колода, которую на видео я засветил в 2013 году. Она ушла в сентябре за почти 11 тысяч, если не ошибаюсь. Такс. Также опять, ну, значки. Вот скутер, ласковый май, это, конечно же, вот, вот такие еще есть фигурки кооперативные, там, если не ошибаюсь, с 90-х годов по современность, но я не знаток, те, кто знают, сами смогут, потому что все фотки есть, здесь можно посмотреть, вот, с разных ракурсов нафоткал, здесь чисто черепашки представлены, поэтому для меня этот экспериментальный, скажем так, предмет я еще такие не выставлял, у меня еще есть киндеры, но я думаю, потом их выставлю. Я тоже с рубля их ставлю, посмотрим в реальности, как, насколько людям они нужны. Так, все еще значки. Жвачек, как видите, нет. Жвачки будут позже, но их будет тоже много очень интересных. Там будут 60-х годов жвачки. Очень редких много будет. Я думаю, что... То есть те, кто знает, что у меня по хобби именно жевательные резинки, знают, что... Будут очень классные лоты. А новички тоже приходите, ставьте. Вот интересная тоже штука, посвященная футболу, именно финала 90 для фанатов, любителей жвачки финала или еще футбольной тематики. Вот наши кооперативщики СК унизили такой вот логотип, все сделали, все крутенько. И вот такой пакет, который непонятно для чего кому нужен, но вдруг нужен, а может быть кому-то очень даже интересен. Вот тоже с 1 рубля. Интересная вещь. Вот такие вот термопереводки того времени, когда берешь маму, утюг и футболку, и у тебя через какое-то время возникает рисунок, например, в виде вот такого Сталлоне, короче. Там такая некая вулканическая резина, нанесена на кальку, которая отпечатывается с помощью термообработки на ткань, скажем так. Картинка достаточно большая, для детской футболки самое то. Кто хочет ощутить себя человеком того времени, или просто подержать в руках что-то подобное, пожалуйста. Будет еще, здесь еще другая есть картинка и здоровая вот такая сдвоенная, то есть с рыбаком. В общем, все с 1 рубля, опять же, значки различные. Вот это настоящий оригинальный значок Дональда. Эх, пожуем кооперативный значок, где сам Дональд держит в руках себя же практически. А, вот. Но, тем не менее, это настоящий оригинальный значок. Не копия, как у меня до этого продавались, а настоящий. Так что любителям, я думаю, будет интересно такое приобрести. Различные, опять же. Вот это вот самопальный значок Дональда. Но он пропитан времени и духом того времени. Поэтому, я думаю, что многим интересен будет. Что еще? Значки. Вот мультипликационные, черепашки пошли. Пошли, вот видно, Сталлоне, Рэмбо, Кобра и прочее. Значки — это тоже экспериментальная часть моих лотов. Я до этого еще не выставлял. Очень много хороших людей, по-другому, с которыми собирают именно значки. И фотки, и плакаты того времени. Вот такой вот Рэмбо, если ошибаюсь, 4,5 сантиметра, такой большой значок, или даже 5 сантиметров в диаметре. Это самое. Вот такой рэмбачок. Интересный значок того времени. Ниндзя различные тоже, да.
Есть какие-то такие. Да, кстати, еще значков. Я не придавал значения этому, так как для меня эта тема новая. Некоторые значки без внутри крепежа, без булавки. В этот раз я не стал указывать, где есть булавка, где нет. Потому что не счел это каким-то важным. Потому что, например, ну, я не вижу проблем там в пластик впаять какую-нибудь иголку, потому что там все так и сделаны, то есть впаянная обычно в пластик иголка. Либо мне понравился современный метод, это просто двухсторонний скотч берешь и все. Аккуратно, четко и, ну, в общем, не знаю, без иголок, скажем так. Там, где нету, конечно, там, где есть иголка, то можно и по старинке, можно и скотч. Ну, посмотрим, как эти торги пройдут на значки. Если будет возмущение, что, мол, пришел без иголки, все такое, то я следующий буду, значит, уже, скажем так, делать обстоятельно, то есть указывать, где иголка есть, где нет. Вот, тема для меня новая, как здесь Брюссель тоже интересная. В общем, я думаю, эти вещи очень многим людям понравятся. И еще все мои вот эти вот слоты, описания снабжены вот такой здоровой ссылкой, куда можно зайти и посмотреть вообще все, что есть, а также еще такие предпросмотровые картинки лотов. То есть очень удобно человеку просто подвигать, посмотреть, что есть по теме. Например, значки такие, да, все, значки нормально. Вот. Что там еще, например, если не значки взять. Вот, значков тут много, да. Так, это у меня шаблоны их. Они мне пока не выставятся. Они выставятся потом когда-нибудь. Ну, например, опять же, взять, например, блок, да? Типа, что есть выставлено. Смотрим, вот сразу же блоки, да, какие там. Ну и по теме вкладыши сразу же. То есть это тема очень похожа, вкладыши, блоки. Опять же, надо человеку посмотреть, что там конкретно где-то. Вот заходит, тут у меня, наверное, все будут. Да, вот мне сразу же посмотреть все торги, именно которые до 8 апреля будут проходить. То есть коробки, разные фигурки, карты турбо. Здесь все в большом разрешении, то есть можно это посмотреть, увеличить где надо, там задать вопросы, если потребуется, и все прочее. Ну, друзья, добро пожаловать. Делаем ставки, кто сколько считает нужным. Какие-то вопросы есть, пишем, задаем, я отвечу всем. Вообще, как бы, люблю, мне нравится то, что большинство людей адекватные, и можно общаться, договариваться. Можно сборные лоты делать, доставка всего будет один раз, стоимость. Ну, в общем, все, кто меня знает, уже все про это знает. Кто не знает, тот узнает по ходу. Кто не хочет делать ставки, пожалуйста, проходим мимо, как говорится. Всем спасибо, пока.